В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера, похитившего денежные средства у пенсионерки под видом освобождения ее внучки от ответственности за совершенное ДТП. Доверчивая пенсионерка выполнила требования мошенников и только после передачи 300 тысяч рублей выяснила, что ее внучка не совершала аварию. Подозреваемый, 44-летний уроженец города Саратова, рассказал, что объявление о быстром способе заработать он нашел в интернете. Вся деятельность фигуранта координировалась с работодателем посредством СМС-переписки в мессенджере. Мужчина получал информацию о данных потерпевших, их адресах, о том, как себя вести и что говорить. Злоумышленник, забрав пакет со сбережениями, 50 тысяч рублей оставил себе, а остальное перевел сообщникам. Следствием отдела УМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.